Всем привет с юга Беларуси. Сегодня у нас 16 февраля 2021 год. Только вот третий день, как немного стих снег у нас. Насыпало кучу снега. Видно вот сколько сантиметров, наверное, 20. Это я тут согребал его, хурму накрывал, снегом засыпал. Засыпал не полностью, она тут внутри в таком как бы пространстве под пленкой. Это я здесь согроб его, а где ничего не сделал, тут еще побольше снега. Получается, о, сантиметров 30-35 будет. И что будем делать сегодня, это хочу я посыпать этот снег весь пепелом древесным, золой древесной. Вижу, что тут пчелы бегают, говорю. Живые. На низу сидят, слышно, стукну, загули. Лежу на снегу, вот части пчел, это видно, выбирали где-то синички с нижнего литка. Видно там это. И что я хочу сейчас сделать, это древесной золой этот снег весь посыпать. День у нас сегодня солнечный, и вчера так солнце выглядывало. Посыпем весь этот снег, насколько хватит у нас, где солнце светит хорошо, и он будет быстро расставать. Последние года я то не сыпал того, что снега-то и не было, а это тот год хорошо привалило. А так как передаюсь, у нас сейчас будет сколько-то выходные дни, вот на эти выходные что будет, сегодня вторник, еще дня три, будет до 7 тепла по Беларуси. Если по Беларуси будет до 7, то у нас еще больше будет. Так что вот сейчас посыпаем этот снег мы этим пепелом, золой этой древесной. Это с грубки я выбрал как раз две такие вот емкости. Одна с фонаря уличного, это стоит у меня, чтобы искренне падали под грубой. А это с холодильника старого. Хотел рассыпать прямо из них, но думаю, в одно место будем много сыпаться, так не хватит намного. И вот сейчас я посыплю, посмотрим. Ну сейчас уже, как бы сказать, главное, чтобы ночью снег не пошел. То, что если пойдет снег, то присыпь это все дело, и уже пользы мало будет. Сейчас у нас время, скажу. Ну, уже без 10:04 вечера. Без 10 минут 16 часов. Так. Раньше не додумался. Как с утра посыпал, уже тут растало его сантиметров 5 по-любому. Он быстро растает, когда посыпаешь. На улице сейчас у нас 4 мороза, кажется. Всего лишь 4 мороза градуса, то солнце уже снег немного подтапливает. На крышах капает везде. Ну если будет эти дни, лежу, погода солнечная, то этот снег, что мы сейчас вот посыпаем, моментом сойдет. Буквально, сколько сказать, чтобы не соврать, то дня 4-5 по-любому он уже растанет наполовину больше. Это здесь у меня компост лежит, навоз, разные ветки, там палки, трава скушена. Будут пчелы греться, садиться. Посыпаем, все вокруг. Засыплю сейчас. Дай так вот, когда вдаль кидаешь, то просто раз это разлетается сильно. Видно, облаком доздувая. Ну тоже осаживается, ну похуже, чем раструшивать близко так. Не распыляло, что. Конечно, вот это, что следы оставляю, тоже плохо. Потом пчелы в них садиться начнут, если вылезут, и все. В следах обычно пчелы садятся, так замерзаюсь. Возьму я эту всю
штуку 60, чтобы не бегать туда-сюда. И тут засыплю. Тут у нас стоит вот семья одна, там семья, там семья, там семья, вот семья. Там, то тут много будет пчел сидеть на земле. Сейчас посыпаем все это дело. Покуда досыплю еще тот, то думаю, тут уже расставать начнем. Это не с брикета торсяного, а древесное это. Ничего страшного. Даже если вдохнул немного. Что значит? Фу, летаю в воздух, конечно. Тут-то особо не буду, наверное, между посыпать. Посыплю еще этот вот уголок. Хорошие сугробы намело. Целые. Он под стенкой сюда. Наверное, полуметровый сугроб. На крыше висит еще. Этот угол засыплю. Тут у нас получается вот семья. Тоже и вот семья. И вот семья. Тут тоже будет пчел много летать. Они любят садиться возле этой вот крыши на стену прямо весной. Конечно, хотелось бы побольше этой золы, чтобы хотя бы мешок был який из-под сахара 50-килограммовый. То хватило бы все посыпать, а так хоть немного. Как говорится, не густо и не пусто посыпано. А потом видео сниму через пару дней, если будет солнце. Покажу, что у нас тут. Фу, этот пепел забил. Сколько снега растопится сразу. Даже когда такими вот точками сыпется частями, будет расставать частями, ямами такими. А там уже трава покажется и по траве будет расставать все дополнительно. Вокруг травы. Сухой, старый. Как раз тут хорошо сыпать. Ветер от нас, он видно. Все равно у мелкой этой весь пыли. Ну это не грязь, а потрушу тихенько. Вот с этой его штуки посыпаться. Так, где тут еще лучше сыпануть? Ай, сюда вот. На этом пятаке малость. Эх, за ветром встану. Уже немного осталось. Все, высыпал последний. Та воскотопка моя солнечная стоит тут. С дров-то медленно нагорает эта зола. Можно с основного дома принести с этого, с брикета торфяного еще посыпать. Она красная, больше кислая, кислотная, то снег быстро расплавливает. Ну а там уже растанет все это дело. То, что сказать, если растанет даже и в снегу, укрепления это будут с этого пепела прихватить их водой, то уже солнце нагревая и пчела садится и не замерзая на этом черном. А когда просто на снег садится пчела, то сильно замерзает быстро, буквально там секунд 20 и уже может не взлететь. Ну это если солнце мало светит. Если солнце доброе будет пекти, никуда они не денутся. Видно вот, только посыпали мы и уже вот где кристаллики попадали, уже снег есть начало. Сейчас, а еще минут сколько постою, 5-10, и посмотрим, что будет. Это мы только посыпали туда-сюда, вот 10 минут прошло. Этот мы снег сыпали где-то минут уже 5 прошло. И уже растапливать начало.
видно, где мелкий снег, вот мелкий снег, тут вот, вернее, пепел этот мелкий, то уже снежинки попадали вниз, попроваливались, так погрызены такие по кругу. Немного у нос налезло. Здрасте. Да может будет. Передают же на выходные тепло. Ну. О. А я посыпал тоже, чтобы расставал тут. То пчелы вылезут, да на снегу померзнут. Прошел человек знакомый. Говорит, уже с крыш капает. Так уже неделю как капает. Ну не неделю. Вот эти 3 дня, что снега не было. 3 дня он не капает с крыш. Солнце проглядывает. Так, я хочу вот добраться до этого. Я много насыпал. Туда я усыпаю. Хотя уже мокрый пепел не рассыпается. Обьем совочек наш, чтобы чистый был. Да мы занесем обратно в хату, эту штуку поставим. Все. Конечно, солнце уже немного прижалось к горизонту так. Днем было повыше туда, да, уже с припозданием надо было часов 12 дня все это дело засыпать, даже принести с дома там этой золы с этого, с брикета. На пороге стоят 2 емкости с краски такие 40-литровые. Я туда высыпаю этот пепел, золу эту с котла парового, то можно было набрать да посыпать. Ну сейчас уже не хочу мазаться больше. Тут она, эта с грубки древесная, чистая. А там такая красная, да с брикеты так неохота сыпать ей. Может еще потом грубку почищу. У меня грубка большая. И там сзади накопилось много этого попела. А то выгреб 2 емкости вот эти. Там еще такие, может, 2 будут. Ну 2 не будут, 1-то точно. Видно, сколько с холодильника посыпали, наверное, метров сколько тут будет. Ну, 6 где-то на 6, может меньше, участок таки. Тут крыши так растапливаются быстро. Уже вот на крышах с краю попадало, что вниз, а сверху уже растало. И наша хурма. Гляну, что тут хурмета. Сейчас 4 градуса мороза. Глядел по прогнозу по Беларуси до 25. Спугался, да засыпал снегом это все горой. А как было 25, снега не было, то стояло снизу только листьями старыми присыпано. Видно иней там внутри. Иней, сам саженец с иней. Короче, надо немного дырку сделаю, чтобы не этот испарался. Саженец весь свиней. Хай, короче, от души не будет. А то еще будем в мокром этом состоянии, свиней так вымерзнет. Конечно, хреново уже, что я его раньше не прескрыл, да и не этот не сходил. Подмерзли какие-то, наверное, вымерзнет сверху, видно. Моя хурма, с которой, наверное, уже, ну да, вверх уже примерз хурмы. Может, корень не смерз туда, где постарше дровесина, это помладше. Я заказывал на сайте Бекер, то
заказал, наверное, в мае, в середине. Ждал, 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 ждал. Осенью пришло мне хорошее сухое дерево. Так я потом нашел на посте старое сообщение. Дерево пришло. Пришло упаковано, было где-то в июне, а пришло только в конце осени. Пришло в конце осени, я забрал, оно сухое. Но это замену прислали потом. А замену прислали, уже посадил я за неделю до морозов первых 10-градусных. Было, наверное, надо куда в подвал сховать. Да весной лучше посадить. Стормозил я малость. Не занимался никогда этими саженцами хурмы. То первый саженец мой. Так так. Скорее всего, что вымерзнет он. А может снизу, там, где старый этот стволик более, так останется, что. Да это. Побеги свежие пойдут. Будем думать, что добро будет. А нет, так. Лучше покупать у людей, у колхозника, как сказать, что сами выращивают себе дома. Там излишки продают, или чтобы заработать какую-то копейку, то стараются хотя что-то хорошее. А в этих перекупах, что с России там везут до холодильника зимуя она, на что так это, не саженцы. Как бы лучше поддержать человека, чем крупного того производителя, и шли разную хрень, и она потом в итоге пропадает. Если бы я заказал вот с весны, то пришла бы с весны, посадил бы за лето, бы укоренилась уже, все хорошо. А так пришла осенью хурма. А что уже осенью? Ни туда, ни сюда. Если бы я знал, что подвал можно ховать, так я бы сховал тоже, да, весной посадил. А так я на зиму посадил. Никто же не думал, что мороза будут такие в том году. Неделю. Неделю где-то продержала так градусов, сеем 10 и все. И больше не было, зима была теплая. А в этом году 25 дало. Вот она. Видно, и примерзла бы такая почерневшая. Так, все, что смог, рассказал я. Снег наш. Уже солнце так на горизонте. Малость, уже 4 вечера. 4 часа, то не очень, чтоб расстояние интенсивно, но видно, где посыпано, сразу проваливаться начал. Завтра еще посыплю. Посыплю с этого, с котла золой, с брикета торфяного. Позасыпаю тут все вокруг так, хорошенько. И это все растанет, если солнце будет. Не будет солнца, так особо то и расставать не будет. Як. Главное, чтоб снегом не засыпало. Опять. А то только грязь получится. Наши пчелы сидят. Бахва стыдит. Вчера слухал, стукал так. Тихонько так гудут. Ну, живые покуда еще. Ждем вот. На выходные потепление там будем глядеть. Сейчас вот покажу под конец, что тут со снегом у нас. Синички шастают. Вон, видно, полетело. Сделал это к кошке своей операцию стерилизации. То сидит в хате, покуда в доме не вылазит. Так бы она их гоняла, так особо бы не летали тут. Ну, не видно, чтоб сильно улей лезли. Покажу вот напоследок, что тут потихоньку снег подгрызая, эта зола съедая, короче, бляха, жопой снег сел. Так, буду заканчивать. Берите на вооружение, у кого много снега на пасеке, можно посыпать все это дело чем-нибудь черным, даже крошкой торфяной. Она будет снег плавить. Солнце будет греть эту крошку и будет снег плавиться. Торфяной там, ну, опилки нежелательно.
под опилками, наоборот, он долго лежит, если сыпать. Только вот торфяная крошка, зола там с брикета, с дров, посыпается, снег сходит основной, потом уже окоблет, так уже пчелам будет даже проталины на траве, так и то будет здесь сесть, они садятся на темное в основном. На этом я заканчиваю, через пару дней сниму результат, если не насыпет снега, посмотрим. Всем удачи, до свидания.